приготовим кофе. Смотрите, какое крутое московское метро. Сидеть, а я сейчас скорость показываю. Там мужик с автоматом шел. Смотрите, сколько здесь кофейных зерен и чая. Здесь очень круто пахнет. А здесь приправы для всяких блюд. Ну, запах просто топ. В каждом блоге мы едим Бургер Кинг, а Паша ест что-то свое. Сегодня рис с фасолью приготовить не получилось, так что пришлось взять блин. Че, пацаны, каршеринг? Проверяем машину на царапины и всякие дефекты. Таксистам можно? Ну, человеку с мигалками вообще можно всегда. Человеку с мигалками можно. Везде. Да. Припарковали машину рядом с домом. Теперь, если ее никто не арендует, можно ее использовать. Припарковали машину прямо в доме. Ашан. Выгодная сделка. А, блин, здесь нельзя же рекламу делать. А, точнее, не можно. Не Ашан, это не... Это не Ашан. Да. Ашан не выгодная сделка. А, ты уже начал? Это магазин? Теперь что? Пошел бегать. А мы Яндекс.Еду скачиваем. Да, они Яндекс.Еду скачивают. Все, чудень. Так, а, сейчас посмотрю, куда я бегаю. Фуф, что-то жарко в куртке. Уф, Москва потеплела при Собянине. Паш, куда побежал? Парк... Коломенская. И суфлер есть. Вот это технологии, Паша, и тут, и там. Все, я понял, куда бежать. Мы должны поставить 2 лайка на это видео. Они уберут лайк, если поставят 2. Все, я пошел.